Всем привет, это Брайан Моран. Сегодня я вам покажу, что же внутри вот этого вот айфончика 2G. Я хотел ставить сим-карту, она что-то у меня не пишет, нет сети. Наверное, поврежден, либо не поврежден, либо там с этого, с фигнюшки провод убрался вверх. Наверное, из-за этого. Сейчас покажу вам через раз, два, три. И вот все внутренности iPhone 2G 2007 года. Вот крышка, это шлейфы для этого, для кнопок, шлейфы, батарейка, камера. Вот, ну, батарея, кстати, оригинальная, не паян, ничего не припаяна. Сейчас фокус. Знаете, почему у меня не было сети? А тут, короче, должен быть модуль. Тут вот, такой желтый, а его нету. Я думаю, что это такое за провода вот эти вот? Фига, какая-то модуля нету. Я говорю, нифига себе. Вот сама крышка, которая закрывается, вот так вот. Ее нету, модуля нету. Как так, я не знаю. Это, кстати, у меня уже третий, уже второй 2G. И его самое нормальное состояние, по сути. Экран у него хороший, батарейка у него хорошая, не садится. И я не знаю, что теперь делать. Надо теперь с eBay заказывать модуль. И паять, как на iPad. Вот так вот выглядит 2G. Работает пик, все тут работает. Вот крышечку могу поближе показать. Нет, надо тоже себе заказать, они там недорогие. Тут все будет туда перепаять, а это очень геморно. Ох, да, пойду я на eBay, короче, залезу. Может, у нас, конечно, в России где-нибудь, в Москве есть. Кто вообще знает, где у нас можно сказать запчасти для 2G? Ох, это геморно будет, конечно. Но жить нужно. Так что я хотел вообще походить с 2G и с iPad, типа Динио, и снять это все на видео. А получается, у меня не получается. Потому что я вставляю сим-карту, у меня пишет поиск сети. Потому что нет модуля. Модуля GSM. Видно? Вот вблизи, вот такая вот камера. 2G. Такие шлейфы, выставляется шлейф. Батарейка. И вот, короче, весь iPhone 2G. Дальше я разбирать не буду, там уж смысла нет. Всем пока-пока.